Ну что же, ребятушки, всем привет, с вами я, Нубикики, ничего себе, я полетел, воздух прям вверх, офигеть, смотрите, давайте до речушки долететь в озеро, а, прямо на кувшинку приземлился, это очень жестоко, и сейчас мы будем играть, знаете во что, правильно, в прятки, ой, не в прятки, я перепутал, в этот, билдер, стойте там. Быстрые строители, знаете, почему я подумал, что это прятки? Потому что у них заставка в менюшке одна и та же. Так. Ого. Желтые практически бабакам. И голубые тоже тут. Как-то так. Голубой. Желтый. Желтый. Голубой. Желтый. Так, голубой по логике должен быть как-то... Как-то так. И тут зеленый, да? Да, я смог залететь этот, ну, матч правильно, как и другие люди. Они тоже успели. Ничего себе, раз, два, пять человек успело. Ну, а остальные... Остальные, видимо... Видимо... Не могут. Да. Так, ну что же? Ну... Так, наблюдаем, и что же тут происходит? Так. Давай, взрывайся, давай, взорвись. Взорвись, бабамс. Бабух. Оба. Ого. Получится 3, 4, 5, 6, 5 блоков вверх, и тут крест такой красный. Так, раз. Отлично, смог первый построить за 15 секунд, смотри. Так, двое успела построить. Смотрите, кстати, ну это постройка очень легкая, пойди, все должны построить. Трое пока что справилось. Четверо. Пятеро справилось. Давай, чувак, еще чуть-чуть. Шестеро. Почему он начал крест начало делать, а не просто делать белый флаг? Что? Не понимаю, почему? Зачем? Надо было делать сначала крест, надо было сначала сделать флаг, а потом крест, а не наоборот. Эх, странный, конечно. О, ну, поэтому он и проиграл в битве сильнейших. А я выиграю, наверное. Наушники. Три на три. Раз, два, три. Так. Вот сюда раз, два, раз, так. И вот сюда. Все отлично, я смог первый построить за 13-4 секунды, кто-то за 13-6. Офигеть, тут, кстати, достойные противники есть, серьезно. Которые могут со мной построить. Ну, этот сразу улетает, да. Этот тоже сразу улетает. Ну, я понял. Да, я понял, что это изи, но эти... Чувак, ты не хочешь посмотреть на мою постройку? Чувак, вот. Серьезно, чуваку. Боже, почему просто нельзя взять и посмотреть на постройку соседа? Этот молодец, он начал переделывать, все. Значит, проигрываюсь, вот ты. Да, ты проиграл, вот ты. Потому что все, почти все правильно построили, даже этот чувак почти зависел, у него там, наверное, 98, 90... Ну, короче, нормально, так, процентов больше 90. Мяу, котик. Так, это три блока, хвост вверх, шея выдвинута на два блока и уши. Раз, два, три, раз, два. Так. Зачем я начал русить? Все же правильно было. Не знаю, потому что неправильно, наверное. Так, шея выдвинута. Так, потом получается у нас идет так. Нет, все вот так вот аж выдвинуто. Или нет? Ну да, все правильно. Так, я правильно начал строить? Когда правильно. Я хвостик не понял, как делается. Только один цель правильно смог. Только не говорите, что я проиграю. Фух. Это было очень даже близко.
Я даже испугался. Ну да ладно, надо будет в следующий раз, когда получше запоминать чего. Что? 4, 5 и до конца. 5 и до конца. 2, 3, 4, 5 и до конца. Что это вообще такое? Объясните мне. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, раз, два. Так, раз, два. Теперь я так понимаю, раз, так, вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Ну, короче, что это вообще такое? Это книга или что это такое? А где используются вот эти вот другие блоки? Серьезно, не понимаю. А где используются другие блоки? А, это те же, просто если их не хватит, я понял. Хорошо, все. У нас осталось трое. Так, цветочный горшок и цветочек. Цветочек, ну, в принципе, я понял. На два блока стебель и цветочный горшок пистолетами. Хорошо. Цветочный горшок пистолетами. Так, вот сюда. Раз, два. Так, так, так. Так, так. Нет. Как-то оно должно быть по-другому. Как-то так, что ли? Так, вот сюда. Все, я проиграл. Я проиграл, я просто не запомнил, как цветок строить. А, я понял. Эх, ладно, давайте перейдем к следующей карточке, что ли. Так, ребятушки, и вот наша карточка. Началась, да? Все отлично. И смотрим, что вообще происходит. Ну. А, это якорь, что ли, такой? Три, потом два вверх. Раз, два, три, четыре. Четыре вверх, и потом такая фигня. Три и четыре вверх, хорошо. Три. Так. Раз, два, три, вот сюда. Четыре. Потом получится так, насколько я понял, идет. Вот сюда. Вот сюда, вот сюда. Все, я первый смог построить, и то, потому что я затупил немножечко. Ребят, я не знаю, как вы так долго строите, но постройка же легкая. Кто-нибудь вообще успеет построить? Что? У нас тут всего лишь 6 человек. Лол. Кто-то успел построить один? Кто же это? Кто же этот счастливчик? Вот ты? Ну, чувак, ладно, хорошо, ты мне можешь ставить конкуренцию, другие, я не знаю, как так. Как так не запомнили? Просто нужно выбрать нужный алгоритм. И ты вроде бы правильно построил, вы оба вроде бы правильно построили. А, это моя постройка! Так, это просто трон. Тут получается ступеньки. Ага, тут получается просто ступеньки такие идут, хорошо. Раз, два. Так, раз, два, вот, вот, да ёпля меня, вот, вот так, 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 вот так, вот так, вот так, два, три, а что не так? А что не так? Что не так? Что не так? Ступеньки, может, наоборот. Что не так было с моим троном? Вы видите, у меня то же самое. У меня было то же самое. Точно так же ступеньки сделаны, правильно? А, тут ступенька не поставилась. Как же я ненавижу эти долбанные баги, ребят. Ставьте лайк, если вы тоже ненавидите баги, серьезно. Эти баги меня преследуют везде. Зеленый, голубой и... Все было на три блока. Раз, два, три. Раз, два, раз. Раз, два, раз, раз. Раз, раз, раз. Раз, 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 раз. Ну, вы не думайте, что если я один раз проиграл, то я буду проигрывать постоянно. Так, вот сюда. Если я один раз проиграл, то это получается очень редко.
чуваки, все. Все, за 23 секунды. Все, так и посетитесь. И то, знаете, я вообще не старался строить, вообще, честно говоря, да. Ну, потому что зачем мне стараться, если я... Что? Не смогли построить. А, каменная, а там деревянная. С каменной, с деревянной, хорошо. Каменная, деревянная, каменная. Так, деревянная. Ага, я понял. Я так и знал, что я слишком близко построил. Деревянная. Все, фух. Втроем все правильно построили. Нубик, давай, ну сливайся ты уже. Да в смысле? Моя победа должна быть близка. Что-то как-то я слишком долго побеждаю. Тут на целых 3 блока и на 4 вверх, тут на... Ага, хорошо. Так, тут так, раз-два. Хорошо, и тут получается... Так, вот так вот, просто по максимуму, наверное. Или не тут стоять. Нет, тут все-таки... Так, надеюсь тут, пожалуйста, скажите мне, что я там правильно строю. Фух, я правильно строю, отлично. 4, 3, 2, 1. Все, кто-то один сливается. Неужели этот стоп? Нубик построил! А это вообще ничего не... Ребят, это Нубик строил, представьте себе, это Нубик все время со мной успевал строить, реально. А может он тоже снимает на YouTube, как я, и поэтому научился играть? Возможно. 1, 2, 3. 1, 2, 3. И... 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. И 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все отлично. Ты чувак на 3 миллисекунды позже, чем я завершил. Ну. Да как же это, ребята, это очень сильно жесткое противостояние. Кто-то когда-нибудь должен слиться. Так. Никаких сундуков тут нету, ничего тут нету, да? У нас идет верстак, печка, стол. Верстак, печка. Тут такой стол получается. Так, тут вот так вот идет. Тут вот так, вот так. Вот так. Слушайте, мне кажется, я неправильно вообще строю все. Серьезно, у меня такое чувство, что я вообще все неправильно построю и сейчас проиграю. Так, как-то вообще вот так. Тут как-то так, наверное. Ага, стоять. Не знаю, короче. Нет, тут вроде бы я все правильно построил, только полоцки. Полоцки, да, полоцки чуть-чуть вообще не так построил. Сколько у меня процентов? Не показало, но тут Нубик вылетает. Фух. Ого. Носки. Белый, синий, белый, красный. Хорошо, да, будет не тяжело. 4 блока в ширину, в длину. 1, 2, 3, 4. Так, так, вот сюда, вот сюда. Раз так. Хорошо, теперь. Вот сюда. Белые, синие, белые, красные, белые. Отлично, я смог завершить, и, ребята, это победа. Это Дзидзи, братан. Это Дзидзи, у него там не хватает буквально одного блока. На этом были с вами, ребят, Нубик Игги. Всем удачи, всем пока. Пока-пока.